Мужская команда по фехтованию достойно выступила на чемпионате Азии в Кувейте. Казахстанские шпажисты завоевали золото чемпионата Азии. Казахстан! Отличились Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. В 1/8 финала казахстанцы одержали победу над сборной Катара. В четвертьфинале казахстанские шпажисты выиграли команду Кыргызстана. В полуфинале была повержена сборная Гонконга. В ходе напряженного и захватывающего финального поединка сборная Казахстана выиграла у олимпийских чемпионов команды Японии со счетом 40-34. Напомним, казахстанская сборная шпажистов уже завоевала путевки на Олимпийские игры в Париж, где нашу страну будет представлять вся команда. Мы поздравляем наших чемпионов с успешным выступлением и желаем новых побед!